Хорошо, можно хоть посмотреть, как они выглядят, когда упаковка прозрачная. Выбрать можно. А вот цена. 116,80. Получается, поскольку по 11 рублей. Не те луковицы положены? Нет. Ну, у Оскара луковицы красные. Просто смотреть надо. Если вы знаете, что красный цвет, они должны быть либо красного цвета, либо темно-красного. Это я возьму такой.